Всем большой привет! Сегодня у нас 27 января. В общем, дня три, наверное, у нас дул буран. Ну как, день подует, дня нету. И вот вчера в ночь прям очень сильный был ветер. Кукла, стой! Я ж тебя трясу! Угомонись! Ай! Успокойся! Твою налево! Кукла! Пец на кукла! Сейчас отвешу! Все, пошли! Кошмар! Запечатывает нас потихоньку. В общем, надуло. И это только начало зимы, можно сказать. Обычно в феврале бураны сильные, в марте. А это вот. Сейчас немного пробегусь, покажу вам, сколько снега. Потому что такие сугробики. Это задний двор наш. Там вот сено, солома, все задуло. Это наш летник. Тоже уже почти под самую крышу задуло. Тут что у нас? О, это огород картофельный. Ничего себе, прям сколько снега. О, это, конечно, и хорошо, и плохо. Ну, хорошо то, что земля будет напитана влагой весной. А плохо то, что ее чересчур много будет. Получается, вон с тех вот всех огородов, вот с тех вот, будет вода бежать в нашу сторону, потому что мы находимся в низине. Получается, в той стороне озеро наше. И получается, идет такой сток. И обычно весной, если очень много снега, у нас здесь вода стоит. И мы, можно сказать, самую последнюю картошку садим. Ну, как-нибудь уж что-то надо будет придумывать. Потому что я как-то не очень хочу в начале июля или конце июня месяца садить все. А еще помимо этого, вот эта вся вода, она бежит в ту сторону и бежит вон туда вот. Получается, в мой огородчик. И тоже я очень поздно порой высаживаю те же самые помидоры. Точно так же, блин, чуть ли не в конце июня, в середине июня. Ну, в общем, вот так вот. Снежка у нас навалила. Но обычно, когда вот такая снежная зима, я заметила, всегда много грибов. Так что, грибники, радуйтесь. Я имею в виду нашего района, региона. Так, а это мой огородчик. Вот такой вот сугроб уже надуло вход. Ну, в огородчике я бы не сказала, что сильно много снега. Ой, лишь бы не провалиться. Так, сейчас пройдем, посмотрим. Вот что мне нравится, всегда теплицу обдувает именно вход. Поэтому я спокойно, например, могу среди зимы зайти, взять ту же самую землю. Я здесь землю храню в пакетах. Ой, нет, надо откопать. Снег, видимо, таял, там намерзло. Ну, в принципе, нормально снега здесь. Не сильно еще много. Так, это соседский огород. Тоже надуло. Ну, в общем, вот так вот. Вот такая вот у нас зимушка-зима.